Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Российский курмаршал Сергей Шойгу объявил и назвал дружественное России государство. И заявил, что он им очень благодарен, и Россия будет поставлять им самое передовое оружие. Ну а список этих государств я вам сейчас приведу. Значит так, это просто список, это «Друзья России» называется. Список просто поразительный. Значит так, Бурунди, Гвинейская республика, Камерун, дальше еще лучше, Мали, Судан, Уганда, Бубумба, ой, не, Бубумбы там нет, Чад, угорели что ли, Эфиопия и Южноафриканская республика. Короче говоря, список такой, что, знаете, можно только волосы Путина на плечи выдергивать. Представляете, опуститься вот от того уровня, где он был, на вот этот уровень. Ну, кто помнит, тот вздрогнет. И еще одно тут очень, знаете ли, интересно. А вот только что выступили министры из Эритреи и Венесуэлы, а также представители почившего в Бозе фашистского фюрера Германии Адольфа Гитлера, и сказали, что вот сейчас им обидно было. Слава Украине!